Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп на встрече 16 января обсудят пути укрепления стратегического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Речь на переговорах пойдет также, далее цитата, о лидерстве Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану во время председательства в Совете Безопасности ООН. На повестке также вопросы нераспространения оружия массового уничтожения. Напомню, что Нурсултан Назарбаев посетит США с официальным визитом с 16 по 18 января. И помимо личной встречи с Дональдом Трампом, проведет переговоры с представителями официальных и деловых кругов США и примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.